Добрый день, Елена и Григорий. Вчера потеряла дорогостоящий телефон. Один чехол стоит почти как телефон. И к тому же там все мои секретные материалы, лекции, контакты. Жаль, что теперь все потеряно, вернее, теперь доступно другим. Ну, к чему это, спрашивает человек. Заранее спасибо за ответ. Ну, во-первых, дублировать надо, то есть это банальная беспечность. Во-вторых, если вы что-то теряете, это означает, что вы к чему-то сильно привязаны. То есть первое – это признак беспечности, что вы не умеете правильно управлять заработанной материей. То есть беспечность – тоже одна из проблем, она косвенно похожа на проблему лени. Это одна из классических проблем вообще у славян. И одна из главных проблем, почему их победили, насколько я знаю. Вот, а во-вторых, это, скорее всего, какая-то была привязка лишняя эмоциональная к этому телефону. Пошла какая-то зависимость на уровне души. И создали ситуацию, чтобы телефон был потерян. То есть есть вещи, которые вам действительно нужны, и те есть вещи, за которые вы душой цепляетесь. Если вы к телефону относитесь спокойно, у вас нет эмоционально-психической зависимости от тех или иных вещей, то, как правило, вы его не теряете. Потому что вы можете потерять, вас могут их украсть, они могут сломаться. Есть много разных механизмов, чтобы вас останавливать. То есть если вы покупаете очень дорогой телефон, то, как правило, у вас есть зависимость от этих игрушек. Потому что очень дорогие телефоны, как правило, не оправдывают тех денег, которые вы не вкладываете. Там сейчас современные там, iPhone стоит там, 50-60 там, тысяч рублей, даже больше. То есть они этих денег не стоят. Это цена, которую, в общем-то, придумали менеджеры. То есть это дорогая игрушка для эго. Если у вас есть зависимость такая, то вы эти игрушки покупаете. Например, покупая телефон, насколько вы... спрашивали себя, насколько сильно он излучает, насколько сильно у него SAR, насколько сильно он влияет, вредит моим биополевым структурам, насколько он сильно меня разрушает. Вы, наверное, этот вопрос задавали последним. А первый вопрос, наверное, задали, насколько он красивый, насколько он модный, насколько он последний, какие-то там, сколько у него там ядер, какие там красивые у него картинки. То есть вопросы эго стояли первые, а вопросы разумности стояли там на последнем месте. И причина потери, скорее всего, вот эта зацепка. Поменяйте свои отношения, поменяйте образ мышления, и вещи перестанут у вас пропадать. Ну, вообще старайтесь, если вы покупаете какую-то вещь, четко понимать, что вам эта именно вещь нужна, и эта вещь подпитывает не ваше эго, она вам нужна для развития, для того, чтобы, скажем так, более эффективно жить в окружающем мире, и вещь, например, поможет вам... меньше тратить ресурсов на решение каких-либо задач. Вот если эта игрушка подпитывает ваше эго, скорее всего, пойдет зацепка, и будет какая-то ситуация, чтобы эту игрушку у вас отнимали. Вот, либо ну, будет что-то, что будет подобный эффект создавать. Либо она будет ломаться, либо ее будут красть, либо будут появляться новые игрушки. То есть у вас будут постоянно тянуть ресурсы и создавать ситуацию, чтобы вы от них отказывались и переосмысливали. Ну, как правило, это потеря именно этой зависимости.